сказать, что... Депутат Московской областной думы Александр Легков принимал жителей округа. Большинство вопросов касалось проблем спортивной сферы. Ольга Калинкина из микрорайона «Ферма» попросила депутата помочь со строительством двух дополнительных волейбольных площадок на пляже Лесного озера. Волейболисты готовы все построить за свой счет. Вопрос стоит в разрешении на строительство. Земля вокруг Лесного озера принадлежит Министерству обороны. Я уже несколько лет пишу в администрацию. Ага. И в Министерство обороны, ну там так вроде бы не отказывают, но при этом столько всяких разных условий ставится, что я уже, честно говоря, руки просто опускаются, я уже не знаю, что делать. Вот. А площадки нужны хотя бы потому, что очень хочется развивать волейбол в нашем городе. И к нам с удовольствием едут на соревнованиях, но тех двух площадок, которые у нас сейчас существуют, совершенно недостаточно. Александр Легков обещал лично поговорить с администрацией района и обратиться в Министерство обороны. Светлана Ловицкая, воспитатель детского сада «Радуга» из Пересвета, пожаловалась на недостаточно оборудованную спортивную площадку при учреждении. Там просто как вот, как называется, настил вот, и только баскетбольная. То есть дети футбол играть, ворот никаких нет. Мяч все время, ну, может ее как-то ограждение какое-то. Александр Легков предложил перестроить площадку полностью, но придется немного подождать. Да, вы скажите, что ко мне приходили, пускай обсчитывают площадку. Немножко потерпим, сейчас 19-й, на 20-й сейчас уже распределены средства. На 20-й мы вносим и сделаем вам не там где-то чуть-чуть там, а сделаем полноценную большую хорошую площадку. С юбилеем Александр Легков поздравил Татьяну Накарякову, бессменного представителя уполномоченного по правам человека Московской области в Сергиево-Посадском округе, и наградил почетным знаком Московской областной думы за труды. Записаться на прием к Александру Легкову можно по телефону 8 496 541 29 10. Екатерина Фурсова, Антон Коврижных. Программа «События».